Здравствуйте, меня зовут Анастасия Жамсуева. Сейчас я расскажу о погоде в воскресенье 4 августа. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам пасмурно. Также ожидается усиление осадков. Синоптики обещают сильный дождь. Днем небольшое похолодание до плюс 20. Ночью, наоборот, потеплеет до плюс 14. Скорость ветра прежняя 5 метров в секунду. На юге Бурятии снова солнечно. Но не спешите радоваться. По предварительному прогнозу, дожди еще вернутся. Днем будет жарко, плюс 27, а ночью, как ни странно, похолодает до плюс 11. Порывы ветра до 5 метров в секунду. На западе малооблачно, без осадков. Днем плюс 25, ночью плюс 8. Ожидается усиление порывов ветра до 9 метров в секунду. В столице Бурятии солнечно, днем жарко, плюс 28, а ночью прохладно, плюс 12. Скорость ветра 7 метров в секунду. У меня на этом все. С вами была Анастасия Жамсуева. Всем пока!